не могла ходить на ноги. Да, и что? Спроси, а куда ну, девочка делась? Куда Майя, когда она не легче, могла ходить? Легче. Где была Майя? И выдали село, селе выдали что-то 5 килограмм муки. 5 килограмм. 5 килограмм муки. И я должна была идти 7 километров, чтобы меня перемололи, сделали муку. Муку. Ага. Как она несла туда, спроси. А как ты доносила такую тяжесть? Как ты несла? Так я таскала. На себе, да? На плечо. Так забросила, как дальше, раньше носили. Была молодая. Была, да. Крепкая. Я бы сейчас бы, конечно, это не могла. Просто чашку не... Так слышишь, я помню. Я бы не могла идти 7 километров. Вот она помнит, твоя дочка помнит все. Я помню, была там как одна женщина с девочкой. Я даже помню, как ее зовут. Тамара. Девочку звали Тамара. Она школьница была. Я помню, я стояла, знаешь, как ребенок стоит, смотрит на дядю. А она мне говорит... Брызка в лавку, хвост на стол. Помню, это как это единственное, где мне такое вот говорили, сказали. Майя. Маленькая девчонка, она мне говорит, брызг под лавку, чтобы я не мешала. Брызг под лавку, хвост на стол. Она помнит этих людей, которые жили с вами. Я помню этих людей. А потом помню, мы приехали в Киев. Маме надо очень медленно, она помнит этих людей. Ну, это она могла не знать, потому что это между ними. Которые жили там, женщина с девочкой жила с вами, да? Нет. Мы жили у одних у кацапов. Семья, ага. И у меня есть двое детей, мальчики. Два мальчика? Ну, а то была девочка. Ну, это вы жили девочка. В одном месте, потом переехали в другое место. Мы жили место. У кого-то, ма. У кого-то мы жили. На квартире мы жили у какой-то кацапки. Мы жили у какой-то кацапки. Что такое кацап? Русские. Русские. Украина, это украинцы, это хохлы. Кацапки, да? А русские кацапы. Украинцы хохлы, а это кацапы. Ай, мы жили, жили. Ну да, видно, это с одного места. Потому что я помню именно вот эту девочку, и она мне вот это сказала. Я помню это. Диана, ну-ка спроси у мамы, когда ее нашел папа? Я хотела, когда это все, я приехала домой, я хотела написать эту историю. Я начала писать. Профессионалы и пишутся. Как сейчас пишут эти все? Ян тебе писал. Мы уже записали. Нет, Ян. Мы записали. Другой Ян. Другой Ян, окей. А что он за это? Другой Ян, он был у меня на квартире, жили шведи. Они на квартире жили у меня. И я писала. И он меня еще спрашивал, видишь, и я все записывала. Видишь, отрывка, видишь, она так видишь, она путает, Мишка. Uh-huh. Спроси, как папа нашел ее? А потом мне это надоело, и я... Перестала? Я начала забывать. Не помнила, что, да, зачем. Я начала забывать. И у меня были эти бумаги, лежали. Есть они, есть. А? Все есть. Все они есть. Там, в они шкафу. Есть. Они я в шкафу. Я тебе покажу. А потом, как вы с папой нашли друг друга? Ты писала письмо ему в Киев? А как я нашла с моим мужем? Или он тебя нашел? Не он меня нашел, а тетя Бетти, которой я приехала. Папина сестра. Да. И когда ее хоронили, и я как раз была в это время, когда все 5 человек мы поехали на похорон к ней. Ну, она была таки на тете Бетти? Это же надо было. Надо же было приехать. Вот это тете Бетти. Да, да, да. Она тебя не узнала, когда она была жива. Она же уже была мёрзшая. Но ты перед этим, за день до этого, ты была у нее, она еще была жива, помнишь? 2 дня. Да, вот, 2 дня. Она была живая. Она уже не могла, уже она была мертвая. Да. Да, мы потом через 2 дня, когда мы хоронили. Я же еще не уезжала. Да, да. Было...
похорон. Да, там ее внук Петя, да? Петя сделал так... обед. Такой обед, слушай. Да, да, в ресторане. Нет, мы говорим, мы говорили о другом. Да, но она перескочила. Ты была там? Да. Ну а как же? Да, подожди, но Афир уже не был, он не, в смысле, он не мог уже когда. Он был дома? Да, он был сам дома. Да. Что я хотела сказать? А потом я помню, тоже мне было лет 5, когда мы приехали в Киев, и бабушка моя устроилась в госпиталь работать. Как-то когда уже переехали. Когда уже приехали с эвакуации в Киев, да, войны. Обратно после домой. Войны или во время войны? Ну, уже немцы уже выгнали их с Киева. Встретилась с моим мужем? Да, да, да. Тетя Бетя, значит, жила не там, где я. Вот она начала. Я жила в Казахстане, а она жила в Грузии. А? Грузии. В Грузии. Да. Она жила очень хорошо. Да. А я была в таком месте, что я чуть с голода не умерла. Да. С маленьким ребенком. Да, она сама говорила, она не с едой она не страдала. Была масле купались. Она в молоке. Ей писали, когда мой муж был уже в Киеве, уже освобождена была Киев. Освобожу, ага.